Я вас приветствую, дорогие друзья, любители Ютуба, на продолжение прохождения разных игр на Android. Мы играем в игрушку под названием FriendBull. Игра, которая вышла очень давно, но, к сожалению, мне так и не удавалось ее снимать, потому что мой канал был забит чисто тематикой Minecraft. Вот. Снимать эту игру мне предложил подписчик. Вот. Я подумал, почему бы и нет? Почему бы не поснимать? Вот, что еще сказать? Не знаю вообще, что там за сюжет, потому что я был у моего друга, и только он мне дал поиграть в эту игру. Ну, там я немножечко пошарился, там вроде была третья или четвертая глава. Не помню уже точно, какая именно. И это было достаточно давно. Но пацан, ну, друг мой сказал, что игра достаточно интересная, и в ней реально все запоминается, и видно, что разработчики вкладывают душу. Ну что ж, новая игра? Да, мы поняли. Все хорошо. Я словно на небесах. Так. Я вижу своих родителей. Они выглядят счастливыми. У них для меня подарок. Интересно. Это кот, такой милый и красивый. Темный, как глубокая ночь. Это мистер Полночь. Какой хороший кот. Мой лучший друг. Мой единственный друг. Ми-ми-ми-ми-ми. Мы ужинаем. Я вижу тетю Грейс. Она мне очень нравится. Сегодня пятница. Мои родители уезжают. Тетя Грейс заботится обо мне. Там кот так прикольно молочко пьет. Нам так весело. Сейчас вечер понедельника. Я играю с мистером Полночь. Но мне почему-то тревожно. О! Вау! Странное существо за моим окном. Оно мне не нравится. Оно меня пугает. Меня бы и сильно бы испугало, если бы я такое увидел. Внезапно я что-то слышу. О, боже мой. Это мама. Она кричит. Я хочу узнать, что произошло. Из комнаты моих родителей горит яркий свет. Я подхожу ближе. И ближе. Мама? Папа? Нет, пожалуйста. Блядь. Мамочка, папочка, блядь. Это чё так? Это, конечно, сейчас, да, жестко. Так, девочка уходит. Так, она остается в лесу. Падает, что ли, или что? Мистер Полночь видит. Что-то он увидел, не знаю, что он там увидел. Я отошел. Окей. Так, какие-то люди нашли меня. Ну, Френ. Я, кажется, помню, что я зовут Френ. Да? Френ, пожалуйста, слушай мой голос. На счет три ты проснешься. Раз. Два. Глава первая. Мой здравый разум. Всего в игре 5 глав, напоминаю. И Dark Best. То есть надо реально думать. С башкой ни в чем не. Три. Как ты сидишь? Правильно спаться.
Думаю, в порядке. Только грустно видеть одно и то же. Тут, кстати, ребята, не выбор. То есть нам надо выбирать, что варить. Пусть является нашей неотъемлемой частью. Я очень хочу узнать, кто убил моих родителей. Полиция работает над этим. Я найду убийцу своего кота. Твой кот пропал, его невозможно вернуть. А пока у меня есть кое-что для тебя, Френ. Правда? Видишь стол? Там небольшая посылка для тебя. Она тетя Грейс. Возьми. Итак, все, мы управляем за нашего персонажа. Ага, все. Сумочка моей мамы. Прикольненько. Открой ее, там внутри что-то есть. Вау, письмо, изучить. Дорогая Френ, вот твоя любимая сумочка. Мне кажется, ты бы хотела иметь ее у себя. Когда я размышляла о тебе, я вспоминала, что тебе нравится изучать предметы и объединять их с другими. Поэтому я надеюсь, что ты оставишь эту сумочку и будешь складывать, в нее все то, что планируешь использовать. Никогда не забывай, что изобретательность – это величайший твой дар. С любовью, тетя Грейс. Она беспокоится за тебя. Я тоже беспокоюсь, я ведь не сумасшедшая, но все еще здесь. Прекрати, ты вышла из-под контроля, юная леди. Я могу идти? Да, можешь идти, но сперва время начинать принять новое лекарство. Ого! Какое лекарство? Лекарство называется Дуотин. Оно сделает тебя очень спокойной. Сестра, мы готовы. О! Что нового, доктор Дирн? Вообще-то ничего. Ты те же видения, что и прежде. Понятно. Держи, Френ, прими свое лекарство. Ага, все, подходим. Мне плохо. Вау! What? Ух ты ж, египетская ты сила. Только не это. Отнесите ее обратно в комнату. И, сестра, больше не давайте ей эти таблетки. Вот это, конечно же, да. Это да, это жестко. Короче, произошла какая-то фигня. Убили. В общем. Берегись, Френбоу. Если ты покинешь дом безумия, я найду тебя. Кто это такой, хочется спросить? Поймаю. И верну обратно в безумие. Обалдеть. Френ, проснись. Лекарство поможет тебе сбежать. Я буду ждать тебя в лесу. Мяу. Я люблю тебя. Что такое? Так горло болит, ты все время вообще заклебался уже. Итак, мы просыпаемся у тебя в комнате, если я так понимаю. Угу. Я все еще здесь. Отвратительное место. Я должна выбраться отсюда. Уже 9 минут. Чего? Уже 9 минут снимаем? Вот это быстро, конечно же, все у нас происходит. Так. Все, мы можем управлять. Заперто, хорошо. Хорошая причина узнать, что внутри. Фрэнк был. Так, ну тут 10 лет девочки. Ага. Ну тут все написано, я не буду так особенно читать, потому что. Надеюсь, оно у меня будет. Так, все ясно. Давайте проверим, что у нас здесь. Ах, милая, приятная мелодия. Так, еще один раз. Ой, ничего себе, что-то упало. Так, упал какой-то крюк. Или что это такое? Да, удобный крюк. Для чего нам этот крюк, пока неизвестно. Может быть, для того, чтобы открыть эту дверь, давайте как раз сейчас проверим. Нет, не пойдет. Я получу твой нос, получу. Нет, стоп, пойдемте-ка вот сюда. Ага, миссистра. Или кто это такая? Миссистра, что я несу? Пустая бутылка, пустые стаканы. Ничего.
Полотенце? Полотенце? Они мне не нужны. Идем к медсестре. Френ, ты проснулась? Хорошо. Сколько я спала? Возможно, 3 дня. А! Я сонная из-за лекарства? Да, из-за него. Поэтому ты больше не будешь его принимать. Леди и медсестра, я кое-что натворила. Видишь, от тебя одни неприятности. Что там? Я пыталась посмотреть в окно и случайно сломала штору. Ну-ну, случайно. Нужно все исправить. Следуй за мной. Так, давайте-ка посмотрим, что здесь. Да, мне любопытно, но медсестра все еще в комнате. Хорошо. Чего-то не хватает. Ты видела крюк, на котором держалась штора? Нет, мисс, я ничего не видела. Типичная девочка. Что ж, мне придется чем-то его заменить. Ты мелкая девчонка. Итак, медсестра уходит, и мы, наверное, можем проверить тот шкафчик, что там находится. Мне очень интересно. Очень интересный сюжет, могу сказать. То есть причина гибели родителей так и неизвестна. То есть наша задача будет понять, что произошло. Так, проверяем. Я возьму эти пластыри, чтобы остановить кровь. Тяжелая травма может оказать большое... Так, давайте почитаем. Тяжелая травма может оказать большое влияние на ребенка, полностью изменив... Я вообще ничего не вижу. Полностью изменив его привычную жизнь. Например, дети после травмы могут страдать в легкой или тяжелой степени от нехватки таких умений, как доверять окружающим людям, считать мир безопасным местом, принимать решения и так далее. Из-за этих последствий некоторые травмы могут привести к ряду симптомов серьезного психологического заболевания. Например, недоверие к окружающим и неспособность чувствовать себя в безопасности могут быть признаками паранойи. Извержение мозга, ну это понятно. Так, что еще? Медсестра Глэвис Ханна, Фрэнк Боу, так. Описание поведения пациента. Так. Дуотин. 8H. Что это значит, ребятки, пока я не могу понять. 8H. 1A, 2B, 3C, 4... Короче, по алфавиту все идет. Короче, нам надо запомнить вот этот 8H. Окей. 8H. Так, дальше. Фу. Открываем дальше, и у нас тут... Кажется, тут лежит лекарство, но оно закрыто. Хорошо. Боже мой, это ужасно. Зачем он медсестре? Она хочет убить нас всех? Типичная медсестра. Так, тем временем мы нашли интересные штучки. Мои таблетки внутри. Я знаю, мне нужно взломать код. Но как? Ага, все, я, кажется, понял. По этому листочку. Так. Я, кажется, понял. Блин, вот мне сказали, нужно листочек иметь. Тут у нас будет 8H. Ёшкин ты, матрёшкин. Мне тут сидит сестра, подай, пожалуйста, листочек. Только тихо. Просто любит, когда я прохожу квесты. Давай сюда. Так, давайте запомним. Какие нам надо запомнить буковки? Так, давайте посмотрим. Хайд. Просто хайд. Ага, хайд. То есть это у нас будет... Так, теперь смотрим. 8, 9, 4 и 5, да? Да, 5. 8, 9, 4, 5. Попробуем сейчас испытать. 8, 9, 4, 5. Все правильно. Я догадала пароль. Я мастер. Так, ну что, таблетки пробуем? Рискнем. Да, ребятки, тем временем мы можем понять, что мы попробовали эти таблетки зря. Это какая-то штука темная, не знаю, жидкое существо. У тебя рот немного в крови. Ты в порядке? Иди осторожно.
Пустая бутылка, пустые стаканы. Ничего. Привет, медсестра. Мисс медсестра. Простите, леди медсестра, может пригодится. Иголка. Хорошо. Хотя зачем я перестала пробовать? Давайте попробуем здесь теперь. Это была не я. Ты спишь, милый котик? Ах, милая, приятная мелодия. Слушайте, тут прям такие надписи. Это была не я. То есть тут можно прям, знаете, прям теории какие-то сделать по как вот по ФНАФу. То есть тут можно разные теории. Так, мы поглядим в окно. Так, тут какая-то фигня. Ладно, идем дальше. Здесь у нас что? Здесь у нас кто это сделал? Так, ладно, идем дальше. Проверим, сколько мы снимаем. 16 минут. Окей. Как быстро все время идет. Так, мы спускаемся вниз. Нет, ни в коем случае. Вы не можете ей это рассказывать. Она должна знать. Вы не можете скрывать ее от меня. Причина более чем ясна, Грейс. Нет, это не так. Я хочу забрать ее домой. Сейчас же. Нельзя. Ее психическое состояние еще не нормализовалось. Ага. Это было на самом деле? Дорогая тетя Грейс, интересно, что она хочет мне сказать? У доктора нет души. Сегодня вечером я иду домой. Ага, все понятно, мы будем сбегать в психушке. Интересно. Ох, нет, лисичка, не плачь. Не плачь. Так, пока что так посмотрим. Ах, секретная шкатулка. Так, а если мы это объединим? Давайте посмотрим, что это такое. А, все, мы даже можем так просто открыть. Ключ, короче, нашли. И, возможно, этот ключ от того, от вот этой штуки, да. Сейчас мы как раз это проверим. Так, использовать. Погнали. Да, я отгадал. И здесь мы находим фотографию. Красивая фотография. Моя дорогая семья, я буду хоронить это ценой своей жизни. Тут тетя Грейс, мама, папа и мистер Полныч. И сама Френ. Ящик пуст. Что это такое? Моя заколка, нужно найти ей хорошее применение. Но я знаю, что можно... О! Так, хорошо, а если это вот так? Нет. А если вот это так? Хорошо, пока мы что-то соединили. Пока что не понимаю, что мы делаем, но... Что у нас получилось сделать? Давайте поговорим с пацаном, кто он такой вообще. Привет, Фил! Привет. Как дела? Все говорят, что я болен. Они всегда так говорят. Они просто дураки. Ты сегодня уходишь? Я постараюсь найти мистера Полныча. Пока. Не-не-не. Привет, Фил. Я хочу еще раз поговорить. Так. Мне кажется, что мы можем расширить наш разговор. Может быть, он что-то скажет. Так, ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Да, если поможешь. Уйду, если ты мне поможешь. Единственное, что я знаю, кабинет – это ключ. Ключ? В кабинете лежит ключ? Я видел, как доктор записал секретный код. Секретный код? Чтобы открыть желтую дверь? Он не хочет, чтобы я тебе говорил. Кто? Он. Кто он? Вот это жестко. Все двери закрыты. Ты заложница моих игр. Интересно, интересно. И никто не поможет тебе сбежать. Вот это, конечно же, что это за баран? Оставь меня в покое, я тебя ненавижу. Блин, я вроде должен грустить, блин. Мамочка, папочка, мне так нужно сейчас. Нет, я не позволю монстру мне помешать. Так, все, мы продолжаем, да? Снимаем слово. 19 минут. Еще нам хватает примерно 4 минут поиграть. Деревянный мистер Конь. Вы хорошо проводите время? Если я сяду, то в конце концов встану. Так, в чем смысл? Прочитаем про пацана или что?
Окей, ладно. На этом тогда закончим. Всем спасибо за просмотр. С вами была Рэчик. Подписывайтесь, ставим лайки, оставляем комментарии. Нет. Вот. Ладно, тогда вот так зайдем. Короче, игра сама нас вывела на чистую воду. Ну, по сути-то. Хотя давайте мы сейчас продолжим. То есть мы можем в любой момент зайти в игру и продолжить. Так что фиг ли нам останавливаться. У нас все равно есть время еще поиграть. Если только ничего не сохранилось, я, конечно, сильно обижусь на игру. Нет, игра сохранилась. Да, много чего сохранилось здесь. Идем сюда. Конечно, закрыто. А если мы попробуем это использовать? Да, 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 навстречу счастью. Так, давайте выпьем таблетки. Путь к счастью. Ты можешь видеть. Кого видеть? Тут реально тут такие, знаете, теории можно строить, типа всякие, знаете, отсылочки вот и... Да что ж ты... Выйди, блин. Сенсор грёбаный. Сейчас мы тебя исправим. Наконец-то. Все. Так. Все, продолжаем. Олень. Привет. Нет, ваша голова. Я попробую вернуть ее на место. Хорошо, идем дальше. Папы не было рядом. Маме наплевать. Что это было? Какой-то скелет, ребят. Ладно, идем дальше. Папа не было рядом, мама была... Папы не было рядом, маме было плевать. Окей. Посмотрим, что у нас в туалете. В туалете у нас какие-то странные вещи. Ну ладно, пока не проверяем. Ой, точнее, отходим. Ну, смысл реально. То есть мы пытаемся, короче, сейчас сбежать с психушки. Окей. Закрой пледом ноги. Старушка на стуле. На стуле. Что? Посмотрим. Красная марионетка и змея. Мишка и много других вещей. А, все. Хорошо. Девочка. Привет. Ты их видишь? Правда видишь? Кого вижу? Существ, которые следуют за каждым. Ты имеешь в виду тени? Ага, я их не вижу, но знаю, что они есть. Ты знаешь, что они такое? Да, наверное. Ну, скажи мне, пожалуйста. Ты любишь рисовать? Я обожаю. Да, я тоже обожаю, но расскажи мне побольше о тенях. Ручка, ручка, я хочу найти ручку. Я все время рисую. Я хочу найти своего кота. Если у тебя нет кота, нарисуй его. Я могла бы нарисовать своего кота, но лучше я найду его. Твой кот в опасности, тени забрали его, я знаю. Кто тебе это сказал? Тот, кто преследует меня. Пока. Она еще так улыбнулась. Такая вот очень розовая. Так, это что такое? Тут тоже ничего интересного. Ну, я больше не буду заглядывать вот на эти места, блин, потому что они мешают только. Давайте используем таблетку. Вау, 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 вау. Ребят, полегче. Что курили-то, а? Почему ты выглядишь как тряпичная... Какая тропическая кукла? Что? Ты должна винить себя. Молчи. О, все, молчу, молчу. Да. Повсюду крохотные руки. Кресло само по себе движется. Я хочу... Вот это, конечно, да. Это жестко. Так, идемте-ка, выйдем. О, котик! Котик, котик, мы тебя нашли! Что ты тут делаешь? Так, тихо. Ага, тут что-то написано. Вау, я чуть не испугался. Король любит рисунки. Все понятно, король любит рисунки. Так, посмотрим, сколько мы снимаем. Да, сейчас мы загоняем. О! Вот ты где, ты должна быть в своей комнате. Дверь была закрыта. Ну, вы оставили ее открытой. Я уверена, что не оставляла. Я знаю, почему, что закрыл ее. Я знаю, потому что закрыл ее.
Тогда как я оттуда выбралась? Она была открыта. Не пытайся меня обмануть. Иди в свою комнату и жди доктора. Вот так. Нет на это времени. Мне нужно найти выход. Ну что ж, а на этом мы пока что закончим. Всем спасибо за просмотр. С вами был я, Рэнчик. Подписываемся, ставим лайки, оставляем комментарии. Всем удачи, всем пока, любители Ютуба. Пока. Ну, бля, она отключается. Все. Она отключилась, ладно. А запись-то еще идет. Ладно. Ну, ладно. Иди отсюда. Всем здрасте. Все, стоп, игра. Ё-моё, а. Да во что вот мы. То есть, это, то есть будет так же происходить, как с Rules of Survival, ребят? Так, давайте-ка... Остановим. Я знаю, что запись еще должна идти, поэтому мы начнем начнем запись и ее остановим. Всем коробка! Отстаньте все, уже достали! Ведите, ну! Долбанутая, а! Все не подписывайтесь и ставьте говно! Я не обрежу, у меня памяти нет, кукушка! Ну ничего! Ух ты!